Так. Но у меня OBS еще гуфнулся. То есть я игру снял задачу, и у меня гуфнулся OBS. Но это с Unity постоянные такие... О, Unity, говорю. Это с Unreal Engine постоянные такие проблемы. То есть он почему-то любит перегружать. Вообще запустилось. Да, я запустил. То есть он любит перегружать видео. Хотя ничего такого не происходит. Причем сама игра вроде как, ну, не было ни одного пролага, там что-то такого, FPS не падал. Ну, вот на касценах, походу... Да. Пришел не с той стороны. Все, видяха перегружена. Epic Games. Я вот только не знаю, я же сохранялся-то довольно далеко. Вручную. А вот автосейв я без понятия, если. Если нет автосейва, это будет пассис. Так, ну это можно скипнуть. Это можно тоже скипнуть. Добро пожаловать. Да-да, в добро игру пожаловать. Биомутант. Есть автосохранение. Так, вот просто тогда продолжить нажмем. Сейчас посмотрим, где. Ну, грузится она довольно быстро. И автосейв был прямо на пути туда. Давайте попытка номер два зайти с этой стороны. Сейчас опять будет такой... Ну, типа... Бета-тестер. Ну, вы видите это существо. Нет, у меня просто метка поменялась, короче. Да, вот. Берегись, впереди бормоталки. Эволюция жестоко с ними обошлась, особенно с вонками. Они облысели и скукожились. Бормоталки? Это бармахалки! Я не готов. Я не готов. Я не готов. Просто как бы пустил волну и все. Ну тебя нахрен, мужик. А мне надо в ту сторону, кстати. То есть мне в любом случае с ним надо подраться, походу. У меня игра вела сюда, то есть вот сюда вот, и потом вот туда, куда показывает дальше, поза озером. А тут другого пути как бы нет. Бей ты ДС прошел. Он мне просто, видишь, он мне все ХП отнял. Я не думал, что меня достанет на такой дистанции. Сейчас отрегенимся сперва. Бормоталки. Но он, кстати, третьего левела показывается, на самом деле. У тебя же есть пистолет и ЦИ. Но... Как бы не аргумент. Может, ай, ё-моё. Лучше отступить? Вы издеваетесь просто. Он меня ваншотает. По сути. То есть одно неверное уклонение и хана тебе. Причем каждый удар идет на тебя. То есть он не по прямой идет. А, у меня еще заавтосейвилось здесь. Не, надо, короче, этот подождать, пока все ХП отрегенится. Но мне перестает показывать ХП почему-то, когда 500 нарегенилось. Опс. Вот самое странное, это то, что ты выстрелил один раз, у тебя не хватает одного патрона, да? А если нажимаешь перезарядку, он заряжает все патроны. Вот прямо все. Окей, ладно, так. Главное вовремя нажать Alt. Берегись, впереди бормоталки. Эволюция жестоко с ними обошлась, особенно с вонками. Они облысели и скукожились. Так, три удара, хорошо. ХП у него до жопы, да? Ага, ну... Так как бы... Еще немного, и тебя не спасти. Это как бы жопа.
То есть одно неверное движение, и ты покойник, короче. Надо было, кстати, сохраниться после того, как отрегенился, да? Магия. Ну, можно попробовать магию, да. Да, надо сохраниться после того, как отрегенимся. Можно, конечно, в принципе, сожрать аптечку.